Навальный идол. Это рок-звезда. Человек политики, не имеющий вообще никакого отношения. С точки зрения реальных конкретных программ, действий и так далее. Посмотри на сайте Навальный.ком, Навальный 2018, помню, сайт называется, его программу президентскую. Она состоит из там полутора страниц. Это что? Это даже популизмом назвать нельзя. Потому что в современном мире популистами называют Трампа. А у Трампа да. есть понимание и видение, куда он ведет страну. С ним можно спорить. Ли Пен называют популистом. И у нее программа это не полторы страницы. Но не может кандидат в президент быть вообще без программы. Мы это понимаем. Поэтому что-то там написали. За все хорошее против всего плохого. На вопрос, как вы собираетесь это делать, ответ один. Вы кремлевские агенты, вы ничего не понимаете, мы все сделаем хорошо. Ну тогда он лидер секты. Секта? Секта. Ну, да, политическая секта, такое явление в 21 веке, оно, я думаю, будет развиваться дальше. Скоро вот, я так понимаю, Удальцов выйдет из тюрьмы. Вот будет конкуренция, я думаю, что уже по тем заявлениям, которым делает жена Удальцова, и к Навальному, у тех ребят, которые во время болотных протестов реально присели на длительный срок, у них к нему огромное количество вопросов, претензий. А почему, например, эта роль не получилась у Лимонова, например? Старенький. Возраст. Но у него были молодые бойцы. А он сам по себе. Все прекрасно понимают. Ну, также прекрасно понимают, что на смену Путину не придет ни Жириновский, ни Зюганов. Ну, это понятно. Это всем понятно, это возраст. Нужно новое поколение политиков. А поэтому Навальный и как бы получился. Стечение обстоятельств плюс его большие непомерные амбиции. Мне на самом деле порой его жалко. По-человечески. Потому что представь себе, что ты, имея огромное количество денег, а он богатый человек, который может себе позволить улететь, когда он хочет, куда он хочет, жить в шикарных отелях, мы это видим сейчас. И ты не можешь себе купить нормальную дорогую квартиру в Москве, и ты вынужден жить вот в трешке, но в старой трешке, потому что это твой образ. Потому что как только Навальный переедет в центр, в шикарную там 200-метровую квартиру, его образ борца с коррупцией и правдоруба, он исчезнет. Но даже сейчас, там, дорогие машины, помнишь мэрскую кампанию, на каких автомобилях ездил он, на каком автомобиле передвигалась его жена. Сейчас его поездки, любитель офтальмологии, да, в Барселону к дорогущим врачам. Ну, ладно, здоровье, допустим, накопил где-то. Он же нигде не работает. Он, будучи кандидатом в мэры, вынужден был публиковать декларацию, и там 12 миллионов, если не ошибаюсь, доходы за год он показал, из них там больше половины, это контракты по юридической деятельности. Какой нормальный клиент закажет вот этому человеку, юристу, юридическую работу, который сам нанимает адвокатов на уголовные дела, в том числе против Усманова, который ничего в своей жизни не выиграл в судах.